Всем привет и хорошего настроения. Ну что, ребята, продолжаем наводить порядки в Боливии. Так, сейчас мы с вами летим. Я уже не помню, куда мы летим. А, за медалью. Ну что ж, давайте. Город Пуэрто-Гранде. Так, давайте выберем местечко, куда бы нам приземлиться побезопаснее. Но мне кажется, у нас не получится тут тихо и спокойно присесть. Хотя вроде тут все нормально и тихо. Давайте сюда вот. Надеюсь, провода мне тут не помешают. Так, вроде пока нормально идем. Давай. Так, ну что, вроде все гладко. Нет, не гладко, нифига, блин. Уже кто-то палит. Ладно, наша цель тут забрать медаль и... Больше мы тут ничего не будем делать. Ага, голубчик. Отдохни маленько. Какой-нибудь бандит будет по ней скучать. Что ты там палишь-то? Иди сюда. Блин, хотел же без шума. Ну, как видите, ничего у нас не получилось. Ёлки ты палки. Нет, берем медаль и сматываемся. На медали лист коки. Симпатично. Так, припасики. Ну, в принципе, и все. Давайте, ребята, закругляемся. Хотелось бы, конечно, погонять на этой тачке. Но не будем. Че прячется-то? Хмырь. Так, а вот и вертолетик. Прям как подстать. Ладно, садимся, полетели. Нечего тут засиживаться, как говорится. Да хоть ты там запуляйся, красоты. Мне пофиг. Так, ну что, давайте определимся с целью. Так, цель у нас разведданные. Угу, замечательно. А здесь у нас тайник с данными. Куда полетим? Давайте на разведданные полетим. Тут всего лишь километр, нормально. Заодно какую-нибудь инфу новую получим. Что-то какие-то взрывы я слышу. Где-то опять что-то взрывают. Ни дня беспокойствия. Так, не надо никакого патруля мне посылать сюда. Успокойтесь там уже. Блин, прибывает подкрепление. Так, а здесь у нас получается какой-то домик. Кстати, вертолет стоит неплохой, причем там. Видите, да? На площадочке. Так. Но здесь и будут снайпера или пулеметчики. Это однозначно, потому что я вижу вышки. Давайте на крышу приземлимся. А потом не смогу забраться. Нет, поэтому не будем. Давайте-ка вот здесь лучше на крышу приземлимся. На сарай. Готовы? Огонь, огонь, огонь! Так, замечательно. Сработали как надо, ребята. Ну, как бы вроде бы... А, нет, вон там... Блин, да какого лешего подкрепление-то прибыло? Лишь бы вертолет мне не ухоркали. Блин, да вылазь ты! Что ты делаешь? Давайте этого пулеметчика снесем. По крайней мере, попробуем. Блин, как бы не взорваться, а? Пулемет... Ой, пулемет, блин. Вертолет уже наладан. Все, полетели. Давай выпрыгиваем нафиг. Да выпусти ты меня, елки-палки. Ё-моё, успели. Так, где-то здесь. Где-то здесь, понятно, на втором этаже, наверное. У нас потери. Эй, у нас потери. Да какого хрена потери-то? Это все там строчит. Нашего подстрелили. Вижу. Так, вот они. Давайте глянем. Продержись, я сейчас. Засекли главаря бандитов. Используем его для запугивания остальных. Так, отлично. Черт, утром будет больше. Ну, это было не то задание. То выше получается у нас, да? Я помогу, держись там. Я иду к тебе. Давайте поднимемся. Так, где-то здесь.
Что-то долго. Кое-что есть. Картель использует в качестве лаборатории переделанное рыбацкое судно поблизости от Кампаана. Так что не надо. Уж от такой-то припарки эмиссар как миленький вылезет на свет божий. Интересно, картель много таких раздает? Так, ребята, ну что, получается, мы не зря сюда летели. Неплохие данные получили. Теперь все это надо реализовать. Так, вроде здесь спокойно. Так, что-то упустил, да? Документ получен. Запись, старые друзья. Вот только такой записи мне не хватало, блин. Ах ты, сморчок мелкий, а? Где ты там? Все, отдыхаешь. Так, ребята, пора сматываться. Я чувствую, сейчас тут прилетит народу. Вертушка еще, не дай бог, прилетит. И будет тут жарко. У нас потери. Эй, у нас потери. Так, давайте вот здесь вот пометим еще. У нас потери, у нас потери. У нас постоянные потери, блин. Так, я посмотрю. Держись, я иду. Так, давай его оживляй. Я, если что, прикрою. Черт побери. Все, ребята, сворачиваем удочки, бежим. Так, не надо, не надо мне сюда никакого подкрепления. Я за штурвал. Ё-моё, блин. Еще и на джипаках с пулеметами. Нет, ребята, надо валить, валить как можно скорее. По винту прям шпарят, а? Козлодой. Так, нешуточная борьба. Доступа на фабрике Вакора. Как только получите, ломитесь внутрь и разносите там все. Ну, это задание как раз по мне. Давайте, ребят, туда поедем, полетим. Чертов джип за мной вязался, а? Будет всю дорогу атаковать. Надо быстрее в гору сматываться. Блин, как этим вертолетом дерьмово управлять, если честно, ребят, я не понимаю. Приходится постоянно маневрировать вверх-вниз, чтобы хоть как-то разгонялся. Давай, поднимайся. Поднимайся, говорю тебе. Ядрить твою на корень. Эй! Блин, мы должны пролететь, да? Тютелька в тютельку нафиг. Вот так вот, ребята, блин. Набрал скорость и подниматься не хочет. Так, допросить помощника эмиссара. Сделаем. Тут у нас какой-то городок. Похоже. Да нет, показалось. Я думал, нефтедобывающий. Нифига. Просто обычный город. Даже не город, а заводик какой-то. Так, а это что за звуки? Что такое опять? Чего? Ракета приближается. Ё-моё, здорово, еще и ракета. Еще одна. Блин. Что делать-то? Я сейчас подойдет мне, по-моему, ребята. Долетался нафиг. Ага. Значит, чем ниже я лечу, тем для меня безопаснее. Ну, это от ракет. А атака с земли для меня очень будет опасна. Так, ну ладно, вон там какой-то конвой у нас едет. Я так понимаю, там надо допросить чувачка. Давай, взлетай, взлетай. Вот, хорошо. Да, на этом вертолете, пожалуй, мы догоним кого-нибудь. Так, ну ладно, пока по прямой, пока все нормально. Хоть приближаемся, да, приближаемся. Да поднимись ты, ядрить твою.
Совсем уже, давай уже по дороге поедем, как транспорт. Так, ну что, ребята, пора, наверное, уже скоро открывать огонь. Ну, подлетит еще-то немножко ближе, да? Ну да, все правильно. Этот нам и нужен. Главное, не грохнуть этого, у кого допрашивать-то будем. Да куда ты разогнался-то, а? Вот так вот хорошо. Главное, винт не сломать. Так, вы приняли, а почему тогда не стреляете? Команда же была дана, огонь. Так, погодите, он, по-моему, поднимается, да? Нет, нет, показалось. Внимание, вижу бомб. Стоп. Какой стоп? Блин, а у меня, я так понял, ничего нету, да? Оружия никакого. Вообще, я не могу стрелять. Странный какой-то, вроде боевой вертолет, а орудия нету. Так, он сейчас будет подниматься, надо вот здесь срезать. Ведь будет же подниматься. Нет, куда-то он, не пойму, что он там замудрил. Нет, все-таки поднимается. Ну, команда была открыть огонь, стоят, сидят там на месте, а. Ой-ой-ой-ой, ребята, вертолетик-то мой. Давайте прикроем дорогу. Да чтоб тебя, а? Перекрывальщик, блин. Так, звуки мне эти не нравятся. Это означает, что вертолет уже вот-вот на грани взрыва. Блин, хоть вылази и бегом беги. Так вот именно, что он должен рассказать нам. Слушайте, он на какую-то базу двигается, ребят. Если он до нее доберется, я думаю, нам там будет не сладко. Ну вот, чего я и боялся. Прибывает подкрепление. Он едет наверх, я так понял, к этой вышке. Внимание, вижу помощника. Он еще должен нам кое-что. Давайте попробуем, я не знаю. Да что ты чудишь-то? Мне для полного счастья осталось только здесь вертолет грохнуть и все. Нет, ребята, я ошибся. Не к вышке он едет, а дальше. Это только хуже для меня. Палки, вертолет не выживет сейчас. Блин, по идее, можно было бы перегнать его, да, на дороге. Сесть на трассе, там, чтобы ему не проехать. Ну и, в принципе, разделаться. Давайте попробуем так сделать. Так, как раз здесь дорога одна. Ему деваться будет некуда. Главное сесть спокойно, без приключений. Что такое с вертолетом? Что повело его так? Охрана уничтожена. Так, охрана уничтожена, хорошо, давай вот сюда. Все, вот здесь вот вылазим. Так, и поджидаем его. Внимание, вижу помощника. О, погоди-ка. Смотри, куда стреляешь! Ёлки-палки, это же мирный... А! Какого хрена? Блин, ну хорошо не сдох, а? Я думал, насмерть сбил меня. Нет. А куда тачка-то делась? Так, иди сюда, урод, блин. Фига он тут сидит. Ай, блядь! А, сука! А, блядь! Не двигайся. Пожалуйста, ради бога, только не убивайте! У меня семья! Код доступа на фабрику кокаина. Говори. У меня два мальчика, два малыша. Зовут их Густаво и Филиппе. У меня есть фото. Показать? Никакие фоточки мне не нужны. Давай код доступа, и мы разошлись. Кейсесо, как же так? Вы что, детей не любите? Боже,
Ты хочешь снова увидеть Густава и Филиппа? Тогда назови код. Ладно, вот, 654-375. Именно этот, богом клянусь. Боумен, код у нас. Я отправляю вам вирус. Заразите им компьютер сам. Он проникнет в программу переработки коки и испортит их. А если его попытаются удалить, он заблокирует оборудование. Санта-Бланка потеряет большой объем продукции, а фабрика надолго выйдет из строя. А, черт. Нам надо было запугать его и отпустить, а не взрывать к чертям. Так, а вроде никто никого не взрывал. Вон он живой сидит, что ты? Да, сейчас пока тут разговор слушал, видели, да, что было? Мой под машиной отдыхал. И я пока свистел, мне в спину какой-то урод стрелял. Извини, браток, но мне нужна эта машина. Вали. Да, братец, извини, на самом деле. Достигнитесь. Вертолет мы не можем использовать, так как он уже на ладан дышит. Ох, елки ты палки, добираться-то до туда. Не ближний свет. Ну-ка, давайте-ка на вертолет обратно. Интересно, нам хватит с запаса долететь или нет? Установите код доступа на фабрике Вакора. Как только получите, ломитесь внутрь и разносите там все. Как раз задание для нас. Никаких стелсов, никаких втихушку. Будем действовать грубо. Главное улететь отсюда. 2,5 километра, в принципе, не так уж и далеко. Но это на вертолете, естественно. А по дорогам тут колесить придется, елки-палки, сколько. Так, ну что, ребята, летим с чистой совестью. Значит, нам надо сейчас установить коды и заразить ихнюю систему вирусом. Получите доступ к фабрике кокаина. Хорошо. Так, а этот заводик мы пролетали. Вот он, значит, что. Это у нас фабрика. Только не ракеты. Как раз она. Блин, быстрее. Что, мимо, да? Сами себя там подорвали. Придурки. Так, поля. Птички тут у нас. Не надо тревоги, не надо никакой сирены. Ёлки-палки, неужели? Значит, да. Как только попадаем на фабрику, взрываем систему управления и запогоди. Так, уже началось. Начинается, нас заметили. Да я уже в курсе. Куда он гранату кинул, гад? Ага, вот она. Да какая перезарядка? Ну какого лешего? Да куда прятаться-то, блин? Некуда здесь прятаться. Надо нахрапом действовать. О! Хотел привстать, да не смог. Сосунок. Так, 60 метров. Какие у нас потери? Блин, вертушка прилетела. Жопу тут сучит. Давно уже пора было открывать огонь. Что-то как-то довольно тихо здесь. Для фабрики. Кокаиновые причем. Да как тут... Ага, вот. Так, вижу ворота. Боевая вертушка. Ну-ка нафиг. Давай быстрее открывай. Так, тут вроде нормально, да, все? Все спокойно. Ну, у нас всегда потери. Я уже на это даже внимания не обращаю. Так, смотрите, как коробочки с коксом. А что надо мне здесь уничтожить, я не пойму. Смотрите, оружейный ящик. Так, медалька. А, нет, это оружейный ящик у нас. Блин, ну что, снаружи, что ли, там? Получается так. Ладно.
Ну, я не могу врубиться. Для чего я сюда открыл вход-то? Черт, еще болит. Еще долго будет болеть, братан. Игрушки какие-то, одеяльцы. Что тут, дети, что ли, спали? Так, отлично, вижу цель. Управление накрылось. На восстановление уйдут месяцы. Куда теперь? На склад. Взрываем весь запас кокаина, а затем испаряемся. Есть. Так, ну я же вроде как бы был на складе. Или мне надо было сначала взломать систему? Ладно, давайте проверим. Нет, ребята, ничего подобного. Это надо в другое здание, я так понял, идти. Сюда я заходил, чтобы взломать систему. Ладно, выходим отсюда. Где-то здесь. Ага, вот ящик. Что там получили мы? Пистолет 5-7. Спокойно, ребят, спокойно. Я пришел просто уничтожить вашу фабрику. Чего вы волнуетесь? Так, стоит там, а? Выкуси. Блин, я постоянно забываю себе на автомат поставить глушак, а? Слишком много шума сделаю. Причем лишнего. Так, по идее, надо вот в этот ангар мне попасть. Так, кнопка. Дверь открыта. Подрыв пультовой повредил дверные запоры. Обшарьте здание. Ух ты, ё-моё! Как ты вовремя перезаряжаешь, а? Как ты вовремя все это делаешь? На-ка, выкуси. Получайте, кулярос. Кто там строчит, а? Не пойму. Вау! Нифига он тут за установкой стоял, урод. Ну-ка, давайте-ка с этой установочки попробуем разнести тут все. Своего бы не грохнуть, а? Иди сюда. Слушайте, тут, по-моему, бесполезно с этой установки стрелять. Получается, надо взрывать. Ну что, выбежит кто, нет? Походу, нет. Ну что, взрываем тогда? Осколочная. А вот и склад. Взрывай. Красота. Так, еще один остался. Погодите, уничтожьте запасы кокаина. Давайте займемся делом. Обшарьте здание. Взорвите все запасы кокаина, какие найдете. Есть. Главное, есть, а делаю почему-то все я один. Ладно, приступаем уничтожать. Подкрепление. Осколочное. Подкрепление только не хватало мне. Так, и последний склад. Кто дебил? Кто дебил? Ты дебил. Блин, гранаты кончились. Осколочное. Получайте, кулярос. Получайте, кулярос. Движемся дальше. Так, а что у нас еще? Ну, сюда. Еще один склад у нас впереди. Тихо, 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 спокойно, ребята. Дерьмо. Куда ты тут вылез? Мне еще для счастья отдуплиться здесь не хватало. Ну что, будет кто, нет? Ладно, побежали далее тогда. Так, тут все спокойно, ящик с припасами. Еще где-то здесь есть, а вот он, вижу. И склад уже рядом. Так, снайпер где-то палит.
Ну что, давайте зайдем до раз... А, погодите. Давайте-ка снесем этого чудика там. Отлично. Так, забегаем на склад, разносим все и сматываемся отсюда. Так, давайте-ка этого мудозвона грохнем. Где он тут бегает-то у нас? Что, кругами там наворачивает, что ли? Ладно, ребята, открываем склад. Дверь открыта, вперед. Взрываем всю наркоту здесь и сваливаем. Вижу склад кокаина. Осколочная. Так, этот что там спрятался, а? Иди сюда, олух. Его больше не идут прямо на нас. Что будем делать, босс? Взрываем и сматываемся, я уже сказал. Так, у меня гранаты кончились. Где здесь ящик? Зараза, чертова сирена. Да дай ее пополнить-то уже, а. Отлично. Так, взрываем. Осколочная, получайте, кулярос. Так, еще один остался. Осколочная. Вот уничтожен, движемся дальше. Все, ребята, можно смело отсюда сваливать. Да, ты хренище порошком и на дно. Так, давайте определимся с местом. Хотя здесь еще, ребята, есть эмблема. Давайте сходим, получим очки навыка. Теперь у эмиссара яйца прищемлены крепко. Погоди. Иди сюда, Волк. Вернемся к делу. Теперь у эмиссара яйца... Стоп. Не дадут договорить мужику. Так, тихо, тихо, спокойно, ребята. Я свой, если что. Иди сюда, чмо. Так, где-то припасы здесь лежат. Ага, я вижу. Блин, вертушка кружится там, ё-моё, а. Как не кстати. Иди сюда. Да и так прячусь. Так, ну что, почти в цели, где-то здесь должно быть. Ага, на втором этаже, как всегда. А тут вертолет летает, здорово. Погоди-ка. Блин, не подпустит меня, наверное. А мы быренько попробуем сейчас. Где она, где? Отлично, взял. Не стыдно прицепить на парадную форму? Какого лешего? Я думал, это вертолет, блин. Так, еще у нас остались здесь улики. Документы. Вот не знаю, стоит ли до них бежать. Ну, раз уж мы здесь, наверное, пробежимся. Так, садимся в тачку, доезжаем. Читаем и сваливаем. Так, погоди, где-то здесь. Блин, и как мне туда пройти? Тут забор везде. Замечательный проход. Дверь замуровали. Вертушка, ложись. Да я должен успеть, по идее. Берегись.
Ложись. Блин, вертушка единства. Еще ее не хватало здесь. Так, ну что, документы мы забрали. Теперь надо добраться до вертолета, наверное, ребята. Успеем, нет, хрен его знает. Ну, попытаться надо. Приближается вертушка. Да я вижу. Вертушка, ложись. Черт. Так, тут мотоцикл, да? Хрен с ним. Ну вот вертушка у нас. Ё-моё, она что, покоцанная, что ли? Блин, это же наша, на которую мы прилетели. Или не наша, что-то я уже и не помню. Ну ладно, как-нибудь попробуем. Блин, не то место займ. Да где тут... Так, ну что, попробуем взлететь. Далеко мы улетим. Черт, у коктейля подкрепление. Да ты будешь взлетать или нет? Так, сюжетное задание. Отправляйтесь на судно. Ну, по идее, нам туда и надо. Бывшее рыболовное судно близ Пуэрто-Гранде используется как кокаиновая лаборатория. Найдите ее и уничтожьте. Все понятно. Бля, еще ракета летит. Ё-моё. Все, капздец. Выпрыгивай давай, блядь, огонь поганый ты устраиваешь. 3,8 километра нам пилика туда. Не ближний свет, ребята. Без вертушки практически нереально. Вертушка единства, тихо. Летит вертушка. Ё-моё, нихера там бежать. Надо на вертолет срочно. Блин, чутка не хватило. Ладно, хрен с ним, ребята, сейчас. Бывшее рыболовное судно близ Пуэрто-Гранде используется как кокаиновая лаборатория. Найдите ее и уничтожьте. Сейчас на катерочек сяду и... устроим там карнавальную ночь. Буду знать, как вертолеты сбивать. Ну что, никто не едет со мной, что ли? Ладно, один поеду. Огонь! Это мой шанс. Ясно. Атакую. Они знают, где мы. С этим мы разобрались. Так, замечательно, красота, ребята. Блин, придется вылазить. Не, можно оплыть. Давайте-ка оплывем. Вот это уже другое дело. Блин, снайперов-то сколько, а? Хрен вам всем. Так, ну что, выпрыгиваем. Чертов снайпер взял нас на мушку. Да хрен с ним, с этим снайпером. Давайте взрывать к чертовой матери это рыболовное местечко.
Так, где, что тут у нас? Ага, вижу. Так, фугас, что ли, какой-то? Газ пошел. Теперь нужна искра. И бежим, сломя голову? Точно. Во все лопатки. Готово. Вау, 30 секунд. Пока корабль не взорвался. Так, 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 ребята, быстрее ко мне подтягиваемся. Поехали отсюда. Живей, сейчас все на воздух взлетит. Да похрен, что там орешь. 11, 10, 9, 8. Ща бумкнет. Интересно, покажут, нет? Слишком далеко. Так, ну что, выполнили задание, что дали-то? Любой день хорош для такой операции. Эмиссар должен действовать быстро, иначе дедушка с него шкуру сдерет без наркоза. Будем поджаривать его, пока не выскочит. Тогда и возьмем. Номад, это Бак Катари. Эмиссар сильно психует из-за того ущерба, который вы ему нанесли. Опасается реакции дедушки, когда тот узнает, сколько производственных мощностей они потеряли. Звучит недурно. Да как сказать? Эмиссар приказал захватить госпиталь в Окору и превратить его в кокаиновую лабораторию. Сукин сын. Нельзя этого допустить. Госпиталь очень важен для тамошних жителей и для моих людей в том числе. Я отправил туда небольшое подразделение, но этого мало. Одним им долго не продержаться. Ясно. Передай своим, что мы выезжаем. Так, понятно. Идем защищать госпиталь, да? Ну что же, вперед. Где он у нас здесь? Побеседуйте с врачом-повстанцем. Эмиссар готовит нападение на местный госпиталь. И Паку Катари нужна помощь. Вам решать, но благодарность Катари нам бы очень не помешала. Блин, вы как нарочно делаете, с одного конца края в другой конец края. Издеваетесь, что ли, а? Ладно, вертолет вроде здесь недалеко. Сядем, долетим. Просто туда-сюда мотаться не ближний свет. Похоже, мы их рассердили. Ё-моё, я же забыл, что здесь еще. Открывай огонь. Бандосы. Тут снайпер, ложись. Да куда ложиться, надо уже вертолет хватать. Твою мать, еще вертушка прилетела. Ну, здорово просто. Ладно, на всех парусах чешем отсюда. Так, я что-то потерял цель. Пойму ни хрена. А, на ниже, елки-палки, вот оно. Пять и четыре километра, охренеть. Он стреляет только один, остальные сидят, прохлаждаются. Так, у меня что, вертолет уже дымит? Вообще великолепно. Какого хрена? Бля, вот и полетали. Просто изумительно. Ладно, бежим на трассу. Перехватываем машину. Стоять. Кстати, вот так лучше потом не делать. Можно грохнуть опять же мирного, что нам не на руку. Так, стоять.
Че смотришь-то, выматывайся. Извини, браток, но мне нужна эта машина. Вали. Сидит, уставился, блин. Давайте без меня. У меня такой управительство миллиарды уходит на подтирку моей задницы. Он сидит там, расслабился. Ё-моё, не ближний свет. Но, по крайней мере, более-менее дорога. Хотя тут есть вертолет. Давайте до вертолета, наверное, ближе будет. Что ты хочешь мне сказать? Вот другое дело. Идут себе вдоль дороги, как по прохожей части. Пофиг им на все. Ничего не боятся. Хотя хер ли им бояться машины, тут каждый час, каждую минуту какие-то убийства происходят. Они уже насмотрелись всего, что можно только. И какая-то машина может быть им даже за радость кому-то помереть от наезда. Опа-на, ребята, вы смотрите, что впереди. Штаб единства, что ли? Это их не вертушка? Блин, ну давайте попробуем. Это, правда, смерти подобно, но выбора-то нет у нас. Пошел отсюда. Так, где-то здесь вертушка же должна быть. Что-то я не вижу ее. Блин, ну я, конечно, вообще оборзел, да? Огонь по готовности. Вертолет у копов тырит. Ага, вижу. Ё-моё, тихо, тихо, ребята, не шалите. Мы на прицеле у снайпера. Понятно, но тут немножко осталось. Лежу, лежи. Тут еще и минометный обстрел пошел. Так, ну что, ребята, вроде получилось. Мы под минометным огнем. Мы уже в воздухе, хер ли нам минометный огонь твой. Уже все нормально, можно расслабиться. И спокойно лететь в больницу. Да, не ожидал, что так легко получится. А ну что, опять вертолет уже дымится. Да, так и есть. Ну ладно, думаю, дотянем. Так, вот госпиталь. Похоже, эмиссар еще не сделал свой ход. Найдем командира повстанцев и сообщим, что мы здесь. Я с вами, босс. Так, ну что, ребята, прибыли, да? Это замечательно. Здорово, ребята, вы очень вовремя. Разведка доложила, к нам идут люди эмиссара. А как дела здесь? Мы вывезли столько больных, сколько смогли. Плюс несколько грузовиков с лекарствами и вакцинами. Так, по крайней мере, если мы потеряем госпиталь, у нас хоть что-то останется. Кстати... Моя дочка родилась в этом госпитале. А теперь, карахо, я защищаю его от головорезов, которые хотят устроить здесь нарколабораторию. Ничего святого нет. Только смерть, приятель. Потому мы здесь. Люди эмиссары могут нанести удар в любой момент. Пока не началась перестрелка, надо как следует подготовиться. Понятно. Так, защищать врача. 100% жизни, да, у него? Ясно. Ну что, давайте посмотрим, что здесь, к чему и почему. Так, у нас здесь пару повстанцев. О, вот это вот пригодится штучка. Внимание, турель. Где? Так, Санта-Баланка атакует повстанцев. Мы запросили подкрепление у Пака Катари. Так, ну где у нас враги-то? А, не вон. Отступать. Принято. Приехали. Приступаем. Блин, промазал. О, что-то взорвалось, это хорошо.
Ага, тачка взорвалась. Это только нам на руку, ребята. Главное, чтобы там врача не пришили у нас. А сколько, интересно, надо ждать? Так, еще одну. О, вот этим крепко досталось. Ух ты, еще и вертолет летит. Блин, пушка не разворачивается. Нате, уроды, калерсы. Готовчик. Ух ты, ё, сколько вас тут. Твою мать, сейчас завалят. Твою дивизию. Ну чё, подбежит кто-нибудь, нет? Отлично, молодец, спасибо, браток. Выручил, как всегда. Так, продолжаем. Так, защищать врача. Все, почему-то уже не показано, что 100% жизни у него. Уничтожены, все чисто. Это Боуман. Вы конкретно наследили Вакора. Весть о ваших подвигах достигла мечтателя, и он жаждет крови. Дед старается выгородить внука, но оказывается между молотом и наковальней. Мечтатель требует объяснения от эмиссара, а дед пытается придумать, как бы сохранить ему жизнь. Что делать нам? Дед с эмиссаром целый день на телефоне, и нам удалось установить его местонахождение. Это наш шанс. Эмиссар висит на ниточке. Припрем к стене, он и расколется. Дайте координаты, мы этим займемся. Отлично, ребята, у нас новое задание. Отыскать эмиссара. Ух, красавчик-то где у нас находится? Вот здесь. Акора в дерьме, и мечтатель заказал эмиссара. Теперь даже дед ему не поможет. Так что хватайте эмиссара и посмотрим, готов ли он заключить сделку. Ну что, ребята, рванем туда. Припеваючи, как говорится. Блин, правда, опять не ближний свет. Ничего рядом нету такого быстренького. Вертолет где-то в горах. Хер доберешься до него, наверное. Ну что же, ладно, ребята, погнали. Так, сейчас нам сгодится и любая техника. Давайте выберем что-нибудь здесь. Из более-менее живучей такой. Ага, вижу. Вот это... объяснить, нет, почему вот мы это возьмем. Эмиссара? Он же не... Погоди. Да какого лешего, блин? Кто-нибудь может объяснить, почему мы спасаем эмиссара? Он же не босс картеля. Если бы не его дедушка, эмиссар ничего бы не добился. Сам он ничего не значит. Есть идеи получше? Да. Пусть этот козел сам выкручивается. А зачем мы тогда полезли в Акор? Эмиссар просто пешка. Боуман решила добраться до деда. Если эмиссар исчезнет, мечтателю придется свалить на кого-то вину за то, что здесь произошло. Он пойдет против деда, а это даст нам шанс его схватить. Черт, если Боуман кто-то нужен, то с ней шутки плохи. Это точно. Ууу, ё-моё. Бедный мужик за... за пулеметом. Смотри, хоть бы хер с жилёхоньким. Сокращаю как могу. Бей, камарада. Спасибо, что помогли защитить госпиталь от людей эмиссара. Должен признать, что без вас мы бы не справились. Не за что, Катари. Мы просто внесем это в счет. А теперь еще одна просьба. Еще до того, как люди эмиссара напали на госпиталь, один из моих парней загрузил машину вакцинами и попытался их вывести. Но его тормознули на блокпосту единства и грузовик конфисковали. Эти вакцины нам крайне необходимы. Машина сейчас на базе единства. Я понимаю, что много прошу. Но, если честно, с этим никто больше не справится. Ясно. Посмотрим, что можно сделать. Блин, он задолбал меня уже своими заданиями, а?
то госпиталь защити теперь. Лекарства верни. Ладно, этим займемся после. Вначале нам нужно отыскать эмиссара. Этим мы сейчас и займемся. Какого хрена я делаю, а? Все, хорош дурить, надо ехать нормально. Ну, а везде, видите, трупаки везде висят на столбах. Херли. Держись подальше от лопаса. На въезде в город копы понаставили блокпостов и вяжут каждого, кого хоть чуточку пасет к отелям. И на этот раз все серьезно. Один барщик пытался сбежать, и его пристрелили. Бах! И наповал. Это напоминание всем доморощенным энтузиастам Санта-Бланки. Если на морде набита татуировка картеля, это неоспоримое доказательство, ясно? Вы не сможете закрыть под студента, если у вас на месте бровей наколота святая смерть. Не переключайтесь, дальше будет музыка. Давай не надо никакой музыки мне, блин. Ты задолбал уже, музыкант хренов. Готовы? Открыть огонь. Принято. Давайте огонь тут по всем. Кого видите? Из вражин, естественно. Так, ребята, совсем немного осталось. Вертолет уже в зоне видимости. Быренько захватываем его и сматываемся. Что-то вообще спокойно, тут все тихо. Как конфетку у ребенка отобрали. Замечательно. Ну все, сейчас долетаем спокойно уже. Остались считанные метры. Давайте где-нибудь приземлимся. Недалеко, не близко, как говорится. Так, я смотрю, там в центре сборка какая-то, тусовочка. Давайте здесь сядем. Ну и пойдем разведаем тут. Дом наркобосса, да? Ага, эмиссара, значит. Да, их тут немало, ребята. Вижу снайпера. Минус. Тебя срисуют назад. Ёлки-палки. Здесь патрули единства. Возможно, это ответ на то, что мы устроили в Акора. Ну, это мне не... никакого преимущества не дает. Федералы плюс бандиты. Это, конечно, херово. Граната туда не долетит, да? Есть у меня одна идейка по поводу этого. Как снести ту тусовочку. Но я не знаю, получится у меня или нет. По периметру тут нехило охраняется, я смотрю. Так, ребята, идите сюда ко мне. Народ, все сюда. Принято. Ну что, будем пробовать. Минометный обстрел. Как раз вот сюда вот наведем. Вот на эту компашку всю. Запрашиваю отвлекающий огонь. Ясно, Амиго. Есть огонь. Замечательно просто. Нас атакуют. Так, осталось добить. Кто-то палит мне, да? Снайпер, пригнись, твою мать! Где? Ага, вижу. Все, он сдох там уже. Ну чё, наверное, мы... А, не, вон еще один.
не один ни хера их тут. Взгляд в бронежилете, а? Так, ну этот там за стеной, мне его не достать. Ладно, надо бежать в здание, ребята. Хер тут стоят. Нас атакуют бойцы, как началось. И тех, кто стреляет по картелю. Вот, пускай они пока между собой тут разбираются. Мы пойдем к братьям Сара. Черт. Входим в зону проведения операции. Приготовьтесь. Боуман очень нужен эмиссар. Стоп. Стоит тут, притулился. Ты не в форме, прячься! Ёб твою медь! Бля, жду подкрепления. Ребята, давайте, оживляйте. Блин, ну никак не ждал, что здесь будут федералы, а? Так, вот здесь где-то должен быть. Так, выше еще оказывается. Что, на крыше, что ли, тусуется? Будь я проклят. Дамы и господа, Намисар покинул нас безвозвратно. Убил себя, лишь бы только не отвечать перед дедом. Слабак. А ведь это мы его довели. Ой, давай без соплей, он сделал свой выбор. Осмотрим тело. Может, что-то найдем? Самоубийца оставил записку. Боуман. Это Намат. Мы нашли эмиссара. Он мертв. Что такое? Самоубийство. Оставил мечтателю записку с признанием вины за все, что случилось в Акоре. Видимо, он просто не мог смириться, что подставил деда. Засранец. Мы уже держали деда за яйца, и вот. Сдается, не таким уж он был дерьмом. Он просто поломал нам все расчеты. Это бывает. И часто так бывает? Я делаю все, чтобы выполнить задание. Как и вы. Вот так, ребята, вот так поворот. Оба-на. Давайте посмотрим видео. Новаторство и опыт. Технология и традиция. Юность и старость. Гринго и дед. Я надеялся, что они дополнят друг друга. Но они были слишком разными и не смогли поладить. Я так производил кокаин многие годы. Вот в том-то и дело. Наш товар был так хорош, что мы уже не успевали удовлетворять спрос. Мне без разницы, наука, традиция или вуду. Делай больше. Или я найду того, кто сможет. Ну что, ребята, на этом я буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующей серии. Всем пока, до скорого. To the top and nigga, you can't stop. Bounce.